называется «Хороший питерский мальчик», на вопрос «Почему ты не идешь на концерт БГ?» как-то ответил: «Там будут все мои бывшие любовницы». Но вы ведь... Поздравляю, у него хороший вкус. Да. Но вы ведь совсем не про любовь и не про «я хочу быть с тобой», а девушки тянутся. Почему? Ну, потому что без любви вообще ничего нет. В том же самом интернете ходит замечательная фраза. Шутка, я ее не назову. Когда Бог говорит, вы все говорите, что секс без любви невозможен. А что возможно без любви? Без любви ничего невозможно. То, что делается без любви, это халтура.